1547 году в Московском Кремле происходил своеобразный конкурс красоты. Со всей страны собрались самые привлекательные девушки от 14 лет. Наместники царя заранее отсеяли большую часть претенденток на главный приз. Из 1500 человек ко двору были допущены только 30 красавиц. 17-летний, только что венчанный на царство государь Иван IV уже успел прославиться крутым нравом. Он широкими шагами проследовал вдоль шеренги испуганных девиц. Ему с 13 лет водили женщин для увеселения, но сейчас все было по-другому. Иван выбирал жену. «Ну-ка скажи», — обращается он к крошечной девице в массивном кокошнике, — «хочешь ли стать царицей?» Та молчит, ни жива, ни мертва. «Рабка больно», — резюмирует юный царь, — «уведите». И тут взгляд Ивана падает на статную девушку в шубке, расшитой бисером. Длинная коса спускается из-под шапочки. Иван вспоминает, что видел ее уже не раз на богослужении, и всегда она была красивее всех девиц в церкви. Так Анастасия Захарьина была выбрана в жены царю Ивану, будущему Иоанну Грозному. Анастасия родилась в 1530 году в семье Окольничьего Романа Юрьевича Захарьина-Кошки, не успевшего чем-либо прославиться из-за ранней смерти. Анастасию воспитывали мать и дедушка, ведавшие при дворе царя внешней политикой. И Юлиана, мать Анастасии, оставшись вдовой с двумя маленькими дочерьми, пошла к преподобному Геннадию Любимскому и Костромскому пожаловаться на горькую судьбу. Старец внимательно посмотрел на заплаканную женщину и сказал: «Не печалься, ведь быть твоей дочери царицей в Москве». Бабушка Ивана Грозного, Анна Якшич, прослышала о словах преподобного Геннадия и навела справки об Анастасии. Оказалось, что дядя Анастасии приглядывал за будущим царем Иваном Грозным, когда тот был ребенком. Убедившись в хорошем происхождении девушки, Анна Якшич лично привела ее на смотр невест. Николай Карамзин пишет: «Но не знатность, а личное достоинство невесты оправдывали сей выбор, и современники, изображая свойства ее, приписывают ей все женские добродетели, для коих только находили они имя в языке русском: целомудрие, смирение, набожность, чувствительность, благость, соединенные с умом основательным. Не говорят о красоте, ибо она считалась уже необходимую принадлежностью счастливой царской невесты. Пророчество сбылось, и род Захарьиных Юрьевых возвысился». Бояре из окружения царя не приняли его брак с Анастасией, считая ее недостаточно знатной. Но простые жители Москвы, по утверждению летописцев, сразу полюбили царицу. Она была хороша собой и очень добра со всеми. Из своих средств она всегда помогала бедным. Не желая отойти от своих привычек, царь Иван IV изменяет ей с целым гаремом любовниц и пугает ее кровавыми забавами с дикими зверями. «Ты никакая царица! Ты была девкой Настькой и ей осталась!» — кричал Иван на свою испуганную жену. По легенде, как-то раз Анастасия попросила его взять во дворец своего родственника на работу. Иван Грозный взял его к себе придворным шутом и в тот же день затравил медведем. Но Анастасия нашла способ утихомирить мужа, используя его суеверные и религиозные страхи. Под влиянием Анастасии Иван Грозный постепенно усмиряет свой нрав. Она заводит дружбу с митрополитом Макарием, и он помогает ей в благотворном влиянии на царя. Вдвоем они уговаривают Ивана Грозного на паломническую поездку. После посещения монастырей
Царь один за другим отменяет смертные приговоры, отпускает заключенных и больше не травит людей голодными зверями. Эта царица была такой мудрой, добродетельной, благочестивой и влиятельной, что ее почитали и любили все подчиненные. Великий князь был молод и вспыльчив, но она управляла им с удивительной кротостью и умом. Так написал английский путешественник Дорсет, побывавший в гостях у московского царя. Но к решению политических вопросов Анастасия не была допущена. Как пишет польский историк Вальшевский, влияние Анастасии на царя было преувеличено. Как преувеличено все в этой легендарной стране. Царица организовала мастерскую, в которой под ее руководством изготавливали церковную утварь. В управлении мастерской ей помогала ее мать Иулиана, большая мастерица по вышиванию жемчугом. Удивительно, образцы работы из мастерской Анастасии уцелели. На них сохранились даты и описания важнейших исторических событий. В музеях России хранятся портрет Никиты Столпника, плащаница с изображением несения к гробу тела Христа, оригинальная вышивка крест на Голгофе и шитая золотом завеса царских врат. Несколько произведений из мастерской царицы Анастасии украшают храмы Афона. Афонские старцы получили их в дар в 1555 году. У Анастасии родилось 6 детей. Первенец Дмитрий погиб. Его уронила в воду нерадивая нянька. Ходили слухи, что она была заслана врагами Ивана Грозного. 3 детей умерли от болезней. В то время любые недомогания лечили ртутью и прочими отравляющими веществами, что приводило к смерти пациентов. Взрослого возраста достигли только сыновья Федор и Иван. Несмотря на плохое здоровье и некоторую умственную отсталость Федора, царь возлагал на обоих сыновей большие надежды. В случае своей смерти он велел организовать опекунский совет при несовершеннолетних царевичах. В этот совет входили большей частью родственники царицы Анастасии. Здоровье самой царицы было подорвано частыми родами. Смерть ее окутана легендами и различными версиями. Приведем лишь 2. По версии, полюбившейся литераторам и кинематографистам, Анастасию украл из Кремля и увез в Можайск Андрей Курбский, родственник царицы по материнской линии. Иван Грозный был в это время на войне. Сохранились послания Ивана Грозного к Курбскому. «А и с женой у меня вы про что разлучили? Только бы у меня не отняли юницы моея, ино бы кроновы жертвы не было». Что подразумевал Иван Грозный? Не он ли, отобрав жену у Курбского, убил ее собственными руками? По другой версии, Анастасия заболела во время Великого Московского пожара. Он оказал пагубное действие на ее психическое состояние, поскольку предыдущий пожар спровоцировал восстание в Москве, и Анастасия была свидетельницей многочисленных убийств. Даже сам Иван Грозный боялся московских пожаров и считал их небесной карой. Но все же государь сам тушил огонь, подвергаясь величайшей опасности, стоял против ветра, осыпаемый искрами, и своей неустрашимостью возбудил такое рвение в знатных чиновниках, что дворяне и бояре кидались в пламя, ломали здания, носили воду, пишет Карамзин. Анастасию отвезли на лечение в Коломенское, и там она вскоре умерла. Ей не было и 30 лет. Иван Грозный обвинял всех и вся в смерти Анастасии. Он пытками выбивал информацию про то, кто мог убить его жену. В результате были осуждены Сильвестр и Адашев, бывшие фавориты и советники царя. При жизни царица не скрывала неприязненного отношения к ним обоим. Thank you.
2000 году раскопки захоронения царицы позволили ученым исследовать ее останки. В волосах и одежде царицы обнаружили яд. Заведующая археологическим отделом Кремля Татьяна Панова доказала, что содержание отравляющих веществ в остатках одежды и волос гораздо выше, чем при использовании принятой в те годы ядовитой косметики. К сожалению, сохранность останков не позволила достоверно восстановить внешность Анастасии Захариной. Хоронили царицу всей Москвой. Никогда общая горесть не изображалась умилительнее и сильнее. Не двор один, а вся Москва погребала свою первую, любезнейшую царицу. Бяша же о ней плач немал. «Бебо милостиво и беззлобливо ко всем», — отметил летописец. В тот день даже нищие отказывались от милостыни, чтобы полностью отдаться печали. Смерть царицы оказала на психику Ивана Грозного разрушительное влияние. На ее похоронах, по свидетельству современников, он рыдал и еле держался на ногах. 13 лет он наслаждался полным счастьем семейственным, основанным на любви к супруге нежной и добродетельной, пишет историк Карамзин. Но еще не знали, что Анастасия унесла с собою в могилу. Здесь конец счастливых дней Иоанна и России, ибо он лишился не только супруги, но и добродетели. «Он стал зело блудлив, — говорили в Москве, — и не только блудлив, но и страшно жесток и подозрителен». Становление опричнины как раз совпадает с датой смерти Захариной Юрьевой. Она была погребена в Вознесенском монастыре Московского Кремля. В 1929 году большевики взорвали монастырь, но останки царицы были спасены от уничтожения. Их перенесли в Архангельский собор Кремля. После смерти царицы Анастасии Иван Грозный вскоре женился. Православные каноны позволяют венчаться не более 3 раз, но жены Ивана Грозного жили недолго, и он вступал в брак еще 4 раза тайно. При этом, по многочисленным свидетельствам тех времен, до конца жизни он вспоминал только свою первую жену. Но память о кроткой и мудрой Анастасии не приносила успокоения царю. Во время одного из припадков ярости он убил собственного сына Ивана, наиболее перспективного наследника престола. В смутное время в 1612 году, когда после правления бездетного царя Федора прервалась ветвь Рюриковичей, бояре выбрали на царство последнего потомка царицы Анастасии. Первый царь из дома Романовых, Михаил Федорович, является ее внучатым племянником. Так отчество жены Ивана Грозного Анастасии Романовой стало царской фамилией на 300 последующих лет. 20 августа 2010 года глава Российского императорского дома, великая княгиня Мария Владимировна Романова, учредила в честь царицы Анастасии орден для награждения верных дочерей Отечества, отличившихся на полезных государству поприщах.